Мечтаешь снимать крутые видео, смотришь на известных видеоблогеров и хочешь повторить их успех, но до сих пор просто наблюдаешь и ничего не делаешь для своей мечты? Каждый день жизнь дает нам тысячу разных возможностей. Возможность измениться, возможность начать все сначала или возможность проявить себя с другой стороны и открыть новые таланты. Если хочешь, чтобы что-то получилось, начни что-то делать уже сегодня, прямо сейчас. Вставай и иди снимай. Поверь, для этого тебе не нужна дорогая камера, снимай на телефон, потому что тебе нужен опыт. Мало просто мечтать лежа на мягком диване, надо действовать. Вот что ты сделал сегодня, чтобы завтра быть ближе к цели, о которой ты так мечтаешь, а? А вчера, если уж взялся за это дело, так побеждай. Что тебя сейчас останавливает? Боишься ошибиться? Так именно ошибки делают тебя сильнее. Не будь скромным, на тебя и так всем похер, а ты еще и скромный. Никакой скромности, только вперед. У мира есть время только на победителей, на неудачников у мира просто нет времени. Кем ты станешь, зависит только от тебя. Ты хозяин своей судьбы. Нельзя говорить «не могу». Говори «мне трудно, я еще не закончил». 6 утра, сейчас рано и холодно. Мне нравится такая обстановка, потому что если ты работаешь в таких условиях, все идет легко. Пока твои друзья, конкуренты или соперники спят, ты здесь и пашешь. Никогда не слушай мнение тех, кто в начале пути говорит тебе: ты ничего не добьешься, у тебя ничего не получится, можешь даже не пытаться, что ты вообще возомнил о себе, кто? Видеоблогер? Да ты посмотри на себя. Прыгать и что-то делать нужно в тот момент, когда страшно. Иначе так и будешь топтаться всю жизнь на одном месте. Да, мы депрессуем, у всех бывает несчастье, мы все грустим, нам тяжело, мы не хотим ничего делать, мы страдаем, мы не можем наслаждаться жизнью, мы закрываемся от всех, а потом это проходит, мы берем себя в руки. Что же с тобой не так? Раз ты не можешь этого сделать. Можешь. Еще как можешь. И ты докажешь себе и всему миру вокруг, на что ты способен. Главное начать прямо сейчас и не останавливаться. Каждый день делать маленький шаг навстречу к своей мечте. Свободное время? Ты сказал свободное время. Свободное время от чего? Ты что, уже во всех сферах своей жизни настолько преуспел, что у тебя есть свободное время? Ты настолько умен, что тебе нечего читать? Ты уже настолько талантлив, что тебе уже не на чем поработать? Ты настолько доволен своей работой, что тебе не нужно в ней совершенствоваться? Зарплатой ты доволен, что хватает на все, что ты захочешь? Пора что-то менять в своей жизни, изменить ее, потому что нет предела совершенству.